В этом году городское озеро не заполнят водой, отметил мэр города Ромео Хугаев. Проблема заключается в том, что канал, по которому в водоем спускали воду, был забит илом и камнями во время начала строительных работ по возведению моста через Ляхву. Канал проходит в непосредственной близости от строящегося объекта. Для его прочистки необходима специализированная техника, которой, к сожалению, республика не располагает. Более того, в некоторых местах канал проходит под капитальными строениями, что мешает проведению необходимых работ. Озеро заполняется из пролегающего канала, Салтвийского канала. Оно берет свое начало возле старого моста. Хочу сказать, что в данный момент канал заилен, и заилен на 90%. Там просвета 30-40 сантиметров, не более. Верх канала заасфальтировали. Сейчас прочистить вот этот канал в данный момент не представляется абсолютно возможным. У нас нет соответствующей техники, чтобы, не вскрывая канал, провести очистку. Еще одна проблема, которая ежегодно возникала перед началом купального сезона, это канализационные стоги, которые попадали в городское озеро. И хотя санитарное ведомство республики ежегодно призывало граждан воздержаться от купания в водоеме, это не останавливало отдыхающих в летний зной. Второе – это качество самой воды. Я же говорил, в канал поступают сточные воды. Кроме того, как опять нам всем известно, и не раз санэпидстанция озвучивала, что вверх поросли реки, также сбрасываются напрямую сточные воды. Вода санитарным нормам, она не соответствует. Городская администрация прорабатывает несколько вариантов по обустройству территории городского озера. Также есть идеи, которые разрешат проблему наполнения озера. Есть вариант подключения, провести трубу с Ацехницкому каналу, который проходит через село Приз. Оно как раз спускается возле турбазы. И вот с этого места можно проложить трубу. Но эти работы силами администрации мы не в состоянии провести. Для этого администрация будет ставить вопрос перед руководством страны для включения вообще благоустройства городского озера в инвестпрограмму. Несмотря на проблемы, территория городского озера остается одной из излюбленных мест для отдыха горожан. Поэтому администрация города поддерживает здесь чистоту и порядок. Яна Плиева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня.